Женская сборная Украины по водному поло с двумя харьковчанками в составе принимала в Харькове команду Сербии в ответном матче плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года. Недели раньше подопечные Михаила Лебедева и Натальи Мельничук уступили балканским ватерполисткам два мяча – 8-10. Впрочем, такое отставание перед домашним поединком – не самый худший расклад. Вот только начали игру украинки крайне неудачно, пропустив в дебюте два гола. На 6-й минуте капитан украинской сборной Ольга Шведова сократила отставание. Однако интрига жила недолго. Во втором периоде сербки забили еще два мяча. Мяч не залетел в ворота, не выполнил. Сегодня не была выполнена установка, по крайней мере, она не получалась. Мы начали нервничать, психовать из-за этого. И, к сожалению, такой итог игры. Хотя начало было неплохое, могли. Мы и планировали, у нас была только одна цель. Сегодня выходили все, в принципе, достаточно настроены. Никто не перегорел, не могу такого сказать. После большого перерыва рисунок игры не изменился. Сербские ватерболистки контролировали ситуацию и в каждом из двух оставшихся периодов провели еще по одному голу. Точку в матче поставила Нада Мандич, которая, кстати, оформила хет-трик. Украинкам же не помогли ни родные стены, ни поддержка болельщиков. Не забив больше ни одного мяча, они потерпели поражение 1-6. Ты им говоришь делать одно, они делают обратно. То есть я не знаю, что. Хотя, с другой стороны, они как бы готовились, то есть были определенные моменты наиграны, то есть проводили же эти сборы с командой Турции, то есть как бы спарринг хороший был. Выбор игроков очень ограничен, то есть если бы было больше игроков, вот, то есть, допустим, те игроки, которые у нас переболели непосредственно перед игрой, то есть можно было кем-то заменить. Не пробившись в финальную часть Евро-2018, украинские ватерполистки сосредоточат теперь все внимание на национальных баталиях. Второй тур женского чемпионата Украины пройдет в Харькове на будущей неделе.